Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Freed Spike Гибрид 2012 год в серебристом цвете, бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, 88 лошадиных сил, гибридная установка в 10 кВт, АКПП, передний привод, лиды и диски хорошая, резина, пробег 105 тысяч км, аукционный балл 3,5, имеются повторители в зеркалах, ветровики. Спойлер по салону. У нас ухоженный темный салон, не прокуренный. Климат-контроль, кондиционер. Режим эко. Антиюз, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП. 94, 88, 84, 96. 85, 91, 78, 87, 87, 83, 120.